В Центре социального обслуживания населения «Вера» прошла встреча с представителями льготных категорий граждан в рамках проекта «Социальная гостиная». Сотрудники управления соцзащиты только в декабре трижды провели такое мероприятие. На этот раз были приглашены представители Совета ветеранов Ленинского района и общественных организаций «Дети войны» и «Общество жертв политических репрессий». Встречи такие мы проводим для того, чтобы, так сказать, в неформальной обстановке, без галстуков, встретиться с лидерами общественных организаций, рассказать им о новых формах, методах работы, об изменениях в нашем законодательстве, предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг. Если у приглашенных накопились какие-либо вопросы по данной теме, они могли их задать и найти точки соприкосновения. По словам социальных работников, без участия общественных организаций им довольно тяжело достучаться до каждого льготника и донести необходимую информацию. После проведения первой социальной гостиной с участием министра социального развития Московской области Ирины Фаевской в ноябре этого года, этот формат был признан удачным, и теперь такие встречи проводятся во всех муниципалитетах региона. За последние года полтора наша работа качественно для нас, сотрудников, поменялась. То есть, действительно, очень часто раньше мы могли сказать «приемные дни, неприемные дни, приемное время, неприемное время нас». А за последний год очень старательно от этого отучили. То есть теперь действительно практически ни один сотрудник не может сказать «это не мой вопрос, время сейчас обеденное», либо еще как-то. За чашкой чая обсудили проезд для пенсионеров на транспорте, доставку лекарств на дом льготным категориям граждан. Также коснулись темы социального обслуживания на дому и в центре «Вера». Они говорят, не можем дома оставаться, общение. Дорогое вот это, вот, понимаете, общение. Они же здесь, и музыка у них, и баян. Следующая социальная гостиная состоится уже в новом 2018 году. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».